Алло, алло, колхоз Победа, из правды с вами говорят. Скажите, как идет у вас аренда и как внедряется подряд? Все хорошо, любимая газета, дела идут на лад, пока ни одного печального сюжета, за исключением пустяка. Пастух Иван, наш арендатор, аренду эту кроет матом, а в остальном, любимая газета, все хорошо, все хорошо. Алло, алло, колхоз Победа, а почему Иван так зол? И чем ему не нравится аренда, что он плохого в ней нашел? Все хорошо, любимая газета, он был аренде очень рад. И на откорм у сельсовета взял 240 поросят. Он откормил их всех за лето, а получил он шиш за это. А в остальном, любимая газета, все хорошо, все хорошо. Алло, алло, колхоз Победа, какой кошмар, какой позор. Вот от того с аренды нашей беды, что плохо держим уговор. Все хорошо, любимая газета, как было уговорено. Все 10 000 за свинину эту ему лежали в кассе, но народ узнал про это дело, и касса в тот же день сгорела. А в остальном, любимая газета, все хорошо, все хорошо. Алло, алло, колхоз Победа, я поподробней попрошу. Моя статья пойдет в газете в среду, и я все это опишу. Я понял вас, любимая газета, аренде друг я, а не враг. В своей статье вы напишите это, а дело, значит, было так. Иван арендный взял подряд и 240 поросят, и попросил у нас корма. Мы говорим, кормов нема, он только транспорт попросил, и у соседей раздобыл. Соседи дал ему колхоз, но без руля и без колес. Он всех подальше нас послал, все на горбу перетаскал. Свиней он осенью привез и первым сортом сдал колхоз. Бухгалтер сумму посчитал, сразу в обморок упал. Там вышло 1045, но чтоб народ не раздражать, решили 20 000 списать, еще 15 удержать и только 10 в руки дать. Народ и это не простил, ферму Ваньки подпалил, огонь по крышам понесла, и загорело все село, и полыхало до утра. Но это тоже все мура, ведь не беда, что все без крыш. Зато Ивану вышла шиш, и вот теперь Иван сидит и всю аренду материт, а вместе с ним и весь народ ее куда подальше шлет. А в остальном, любимая газета, все хорошо, все хорошо. Товарищи, товарищи, не надо шуметь, не надо выскакивать. Как говорил Мышев, болтун наход глюдр дома. Перестройка кончится, Чурбану выпустят, а тебе посадят. Без суда и следствия. Опись проткал, сдал, принял и все. Будешь там не партию чешать, а туалет ты по сортир. Как говорил Мошев, бить будут аккуратно, но сильно. Давай. Я отставной, прощай, Лубянка, дом родной. Спасибо, шеф мой старый, взял интурист швейцаром. Эх, есть теперь валюта, да ну ее в болото. Всем улыбайся туда, а мне хватать, а мне сажать, а мне стрелять охота. Сделаем сейчас.
Танки могут быть у танки. Я вам клянусь, что я не вру. И вы, мои несчастные хозяйки, мои прекрасные хозяйки, напрасно ищите икру. Не стойте, отойдите, не выбросят заказ. Я говорил вам, не ищите, я говорил вам, не взыщите, изобилье не для нас. Конфеты, галеты, котлеты, лангеты, паштеты. Сегодня все это по распределителям где-то. Зато в изобилии есть у нас всякие сметы. Анкеты, запреты, советы, портреты, билеты. Вся жизнь наша ими, как солнцем июньским, согрета. Еще пару лет, и клянусь, наша песенка спета. Умру от депутатика, вот это точно не формал. За всех наш товарищ Сантюков на мини-клубе так орал. Ну а вот тот похож, ты глянь, хоть раз с диван пристань. Нет-нет, ты глянь, как лепит, глянь, как Ельцин, Вань. Ты лучше, Зин, не трогай Ельцина, какой не есть, а он за нас. Ему ж не грош в базарный день цена, и он в обиду нас не даст. Он, говорят, недавно Зин зашел в Нью-Йорке в магазин и там открыл в отделе вин, что прячут джин. Ой, Вань, гляди, Михаил Сергеевич руками машет, как чумак. И вроде говорит умеючи, да не поймешь его никак. Ты тоже мог бы так, Иван, когда бы был порежь пьян и не дымил, как наркоман. Ты чё, Иван? Ты, Зин, от гласности сдвигаешься. Но как тут, Зин, не поддавать? Домой тверёзым появляешься, а ты с Лукьяновым опять. От болтовни, от этой, Зин, мы точно будем пить бензин. Зайди в любой ты магазин, ведь пусто, Зин. Ой, Ваня, гляди, голосование. Вчера вопрос-то не прошел. У них на прошлом заседании какой-то кворум не пришел. И ты всегда такой, Иван, то пристаешь, как басурман. А как скажу, давай, Иван, так ты в чулан. Ты, Зин, считаешь, он обязанный сидеть до ночи, как козел. Ведь это я тут как привязанный, а кворум взял ты и ушел. Когда закроют 8, Зин, кто ж его пустит в магазин? Он кворум, Зин, а не грузин, смекаешь, Зин? Ой, Вань, гляди, закон о пенсиях. Сейчас начнут на кнопки жать. Я же, Вань, на этих ихных сессиях волнуюсь, будто мне рожать. Ты за кого вообще, Иван? За наших, за которых глянь. Ну чё молчишь, как истукан? Скажи, Иван. Ты где там наших, Зин, увидела? Ты, Зин, глаза свои протри! У них у всех там по три видео, а у тебя рекорд в кредит. У них с охраны лимузин, да спецпоёк, а наши, Зин, штурмуют винный магазин, как зимний, Зин. Вау!